Всем ужаснейший привет, с вами Обед, и мы находимся на аккаунте Путь просмотров, или же один просмотр равно два кубка. И это уже 10-я серия. И сегодня мы допушим наши кубки до 2000 кубков, и мы откроем Динамайка. И это достаточно прикольно, потому что вот за 10 серий, конечно... Но можно сразу сказать, да, то что это вот благодаря именно вашим просмотрам эти кубки поднимаются, и мы уже поднимаем 2000 кубков благодаря вашим просмотрам, да. Ну давайте посмотрим, сколько мы набрали просмотров под прошлой частью. Под прошлой частью набралось 66 просмотров, и так как это юбилейная серия... У нас уже была юбилейная серия, это 5-я, потому что то, что заканчивается на 5 и на 0, считается юбилейным. Поэтому это у нас 10-я юбилейная серия. Ну и набралось 66 просмотров. Мы это умножаем на 4, так как юбилейная серия, и мы получаем 264 просмотра. Ой, 264 кубка мы должны апнуть в этом видео. И я рассчитал, где-то получится больше 2100. Так что поэтому мы еще даже продолжим путь после Динамайка. Переходим в игру. Вот мы и в игре. Давайте заберем токены, да. Ну и у нас появились новые квестики. И также у нас почти... Мы почти выполнили все квесты, которые у нас есть. Ну и... Через 2 дня будем ожидать новых квестов, чтобы их продолжать делать, но мы еще не все квесты сделали. Да, мы будем, наверное, в этой серии поиграем в роборубку. Да, я, наверное, включу запись и покажу вам, как я играю в роборубку, именно где-то на сложности безумие. Мастер или безумие, скорее всего. Но это не точно. Я возьму, скорее всего... Джесси, и давайте давайте лучше возьмем под этот режим бойца какого-нибудь. Давайте возьмем Шелли, да, она у меня Шелли пассажир. Ну и погнали в следующую катку. Отлично, победа. Мы прошли уровень обычный. Да ладно. И погнали в следующую катку. Отлично, победа, уровень сложный пройден, погнали в следующую катку. Отлично, победа, уровень эксперт пройден, погнали в следующую катку. Ну так, короче, я вышел в меню, да, но дальше мне уже стало сложно проходить роборубку, поэтому я решил не проходить ее дальше. Впрочем, ничего нового. Давайте, кстати, сейчас откроем большой ящичек, он у нас нафармился, да. К сожалению, ничего нету, но все равно очки силы очень будет даже полезненько, да. Ну, давайте вначале я даю приоритет квестам на 500 жетонов. Блин, режим осады поменяется через 2 минуты. Мы не успеем выполнить квест, к сожалению. А насчет горячей зоны, она тоже сменится сейчас. Так что, к сожалению, сейчас придется выполнять квестики, которые есть. Ну вот как раз таки ограбление у нас будет. Давайте начнем с геймграба. Моя любимая карта, вагонетка без тормозов. Ну и давайте, тут нам надо наносить урон. Давайте возьмем Джесси. Она с флешем фигачит. Так, скина у меня нет? Нету. Окей, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасика. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасика, погнали в следующую катку. Так, квест на Джесси мы выполнили, получили 250 жетончиков, да, даже 300. Так, что-то там у нас в клубе, тут что-то такое, да, как обычно, в принципе, ничего нового, да. Так, 50 очков силы, ура, вот как раз таки их я на Пенни беру, да, и теперь я могу прокачать Пенни на 7 уровень, и у меня... Открываются гаджеты, это очень круто. Вот для тех, кто не знает, да, вот эту зайку вот эту Пенни, да, я хочу запушить на 500 кубков, прям вот без остановки, реально, постараться.
Ну, и для этого я решил, или даже больше даже кубков запушить на ней. Я решил так, я вывешу сейчас на ней все гаджеты, пассивки, и потом я ее начну пушить. И также у меня есть на нее скинчик. Вот не зря я этот скин на самом деле купил. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубков, 8 ранг у нас на нити. Ну и мы выполнили квест в геймграбе, и теперь же мы пойдем в другой режим, да. Также нам дают голду. Так, сразу мы можем, получается, пойти в ограбление. Давайте вот в ограбление. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасика. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, у нас еще 9 ранг на нити, и мы выполнили 2 квеста, на ниту и на ограбление. Плюс 16 кубасиков нам дается, да, ну и сразу 2 уровня в Brawl Pass'е. Открываем большой ящик, к сожалению, ничего не падает, и маленький ящик. С него, к сожалению, тоже ничего не выпало. Ну, нам осталось выполнить 5 квестов, но мы можем выполнить только 3, так как 2 режима осада и горячая зона, а у меня их нету сейчас. Да. Ну, сейчас мы берем Доши, да? Я возьму сейчас Брока. Ну и погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 9 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 9 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 9 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 9 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 9 кубасиков, 7-й ранг на Броке. И мы выполнили 2 квеста на Брока и на Доши Д. Также у нас разблокированы очки силы, и сейчас мы еще заберем большой ящик на Brawl Pass'е. Кстати, скоро будет мега ящик. Отлично! Мне выпал первый гаджет на Пенни, да. Это на самом деле так-то круто очень даже. Ну и давайте заберем очки силы, я думаю, вы уже поняли на кого. На Пенни, да. На Пенни забираем. Конечно, там до 10 уровня там еще ого-го качать. Но я думаю, пуш начнется где-то, когда мы еще 3К поднимем. Ну, короче, погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, топ-1 плюс 10 кубасиков. Также у нас здесь 9 ранг на кольце, и мы выполнили 2 квеста на 100 жетончиков, да. И мы получаем 220 токенов, да. Получается, у нас остался один квест, и это как раз таки на Пока. Надо за него выиграть 5 раз. Конечно, ну лучше, конечно, я, наверное, пойду в роборубку, чем буду выполнять квест за Пока. Давайте, короче, в роборубку попробуем взять Биби, да? Ну и прям вот на видосе карточку давайте сыграем, прям вот. Прям вот хочется сыграть на видосе, да. Со мной Эмс и Тара. Окей. Так. Показали, что у меня ФКшники как бы, да? Так, ждем робота. Где роботы? Так, вон там уже роботы. Вы там того дефаете, я этого задефаю. Ну вот отлично, Биби как раз таки толкает, и вот против босса большого вот прям вот очень легко будет стан сбивать. Вот это вот за Биби именно и радует. Все, супер. Так, отталкиваем этих роботов куда подальше. Ну и у меня, кстати, уже ульта набита, да. Так. Давайте запустим ульту. Я думаю, стоит запустить. Так. Ну окей, этого робота и без отталкивания убьем. Так, надо хоумран так-то набивать. Ну вот эта красная полоска называется хоумран. Если кто не знает, то есть новичок, да.
Так. Отлично, сбили ему еще раз. Так, вы идите отсюда вообще. Вас никто тут не звал, да? Ну все, тут проигрыш. Тут чисто, тут надо фуловые. Чтобы пройти здесь, надо прям вот реально. Тут надо ПМ брать и максимально что-нибудь фулово. Давайте еще карточку, может, сыграем, да? Почему вот за Шелли хорошо играть? Потому что она на 500 кубков, и мне попадаются более-менее нормальные. Ну или давайте попробуем за Пенни сыграть. Давайте сейчас найдем каких-нибудь тиммейтиков, ну и продолжим. Ну, короче, я так и не нашел тиммейтов, так что поэтому будем играть в Броубол. Отлично, победа, плюс 8 кубочков. Погнали в следующую катку. Так, к сожалению, мы проиграли, но зато у нас аутсайдер, и поэтому нам просто кубков не слили. Классно, в принципе, так-то. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубочков. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубочков. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали! Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, мы выполнили наконец-таки квест на Пока, да. У меня запись даже сбилась. И 40 кубасиков, и 2000 кубков апнуты. Также мы сейчас заберем мегабоксик. Давайте заберем динамайка, ну, во-первых, для превьюхи надо скринчик сделать. Ну и... Забираем динамайка. Отлично. И это уже шестой боец на пути к славе. Очень классно, да. Вот, давайте его даже выберем. Ну и давайте откроем мегабоксик. И в нем 5 предметов. Могли бы хотя бы дать гаджет на Пенни. Но они даже его не дали. Да, конечно. Но я бы хотела сейчас уже попрощаться, но, как вы видите, у нас сейчас 2000 кубков, а нам надо еще аж 100 кубков апать. Так что поэтому я сейчас просто возьму, давайте, Биби возьмем, да? Кстати, шанс на мегабокс, из мегабокса мне интересно. 0-10-10, окей. Давайте, короче, сыграем катку. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков. Также у нас апнут 5-й раунд на Биби. И я решила сменить перса, как раз таки взять Джеки. Я решила поднять других бойцов на 40 кубков, чтобы нам за новый раунд давали монетки. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубков, 5-й раунд на Джеки. И сейчас мы возьмем динамайка, поднимем на нем 5-й раунд. И, в принципе, все, закончим видео, да. Пенни я трогать не буду, потому что сами, я думаю, знаете. Погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую катку. Отлично, победа, плюс 8 кубасиков, погнали в следующую, последнюю катку. Отлично, победа и 5-й ранг, и все. Мы завершаем ролик, плюс 40 кубасиков, да. Ну и также давайте еще заберем тут 50 монеток.
все отлично, мы как раз таки все сделали в этом видео. Все подняли, забрали Динамайка. Всем спасибо за внимание и всем пока! Счастливого Хэллоуина!